Прием-прием, уважаемые подписчики и подписчицы моего канала. Добро пожаловать в суровое средневековье. Да, здесь решают не автоматы, здесь решают не гранаты, здесь решает мастерство обращения с мечом и мастерство обращения, конечно же, с щитом. Прямо сейчас, в этом месте, где я нахожусь в этих секундах, идет жестокая осада замков. Наша армия солдатов, рыцарей и тому подобное, пытаемся как-то все это дело сдержать. Я был прислан сюда для того, чтобы им помочь. И надеюсь, то, что вы сегодня мне поможете. Прямо сейчас ставь лайк под этим роликом, чтобы помочь отбить эту осаду замка. А те, кто из вас еще не подписан на канал, друзья, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы никогда ничего не пропускать и обо всем узнавать самыми-самыми первыми. Ну, если вы, конечно, на колокольчик нажмете. Ну что ж, приступаем. Значит так, сегодня план местности у нас таков. Мы находимся на горном, на самом деле не очень хорошем для нас рельефе, потому что стена заканчивается уже на этой высоте, и в любую минуту, в любую секунду вражеские лучники могут забраться на этот холм и начать стрелять прямо в меня. А осада идет прямо вон там снизу, сейчас я покажу, мне нужно будет еще снаряжение свое забрать. Так, сейчас я вот так аккуратно встану, вот. Там такое просто месилово происходит, там разлетаются просто все на раз и два. Вот получается, с зелеными щитами и зелеными мечами это вражеская армия, которая на нас откуда-то напала. Это маленький замок, и мы как-то должны все равно сдержать их сегодняшний натиск. Так, посмотрим, что у меня сегодня из снаряжения. Так, первым делом я сейчас надену на себя вот эти тяжелые латы, тяжелую броню, для того, чтобы... Если что, у меня стрела как-то попала, то она не слишком глубоко, так скажем, вошла в меня, и чтобы я моментально хотя бы не откис сегодня. Так, также тут есть, получается, лук и арбалет. Насколько я знаю, возможно, это просто догадка, либо даже какой-то миф, что якобы арбалет мощнее, чем лук. Если вы обладаете какой-то информацией, то напишите, пожалуйста, в комментариях, что же все-таки лучше, арбалет либо лук. Мне почему-то всегда казалось, что якобы арбалет лучше. Возможно, то, что я ошибаюсь. Так, и сегодняшние мечи. Получается, вот этот красный меч, он самый-самый мощный, так что я, наверное, все-таки возьму его. Все. Бинты какие-никакие тут есть, не знаю, средневековые бинты, чем они вообще пользовались, медицина тут, считаю, вообще практически не развитая, и если меня сегодня как-то ранят, то я даже не знаю, что со мной будет происходить, потому что заражение может пойти и тому-тому подобное, бедная лошадь, она просто пытается спрятаться на крыше от всей этой бешеной передряги. Так, ладно, все, я начинаю тогда отсюда спускаться. Капец, как тут спускаться, если тут просто как-то это все в стороны. Как что тут так высоко-то вообще? Я не очень понимаю. Так, ладно, чего-нибудь придумаем. Так, можно как-то отсюда, интересно, нет, отсюда получается нельзя слезть. Ладно, придется походу в тяжелой броне прыгать, что ли? Нифига себе. Так, ладно, вот так вот, опа, прыгнем, все, великолепно, более-менее справился. Так, я сначала в войну вступать не буду, вон, сколько солдатов, капец, наших вообще мало. Так, я сначала попробую сейчас пострелять с лука, главное, чтобы попасть только, конечно, да, вроде как более-менее попадаю, надеюсь, как-то ребятам помогаю своим. Так, и теперь с арбалета, так, ну-ка, давай арбалет, покажи, на что ты, опа, способен. Не, у него, конечно, перезарядка долгая, так что мне кажется, то, что арбалет должен быть все-таки помощнее. Так, сейчас я вот в этого тоже вот так вот буду стрелять стрелами. Пошел нафиг отсюда. Так, а где наши лучники? У нас прям тут лучники тоже были. Так, сейчас я щитом закроюсь. Так, давай, боец, сейчас я тебе помогу. Рыцари, в атаку, давайте! Защитим наш замок от этой нечисти, которая откуда-то появилась на наших землях. Так, сейчас я помогу. Буду сначала, короче, помогать отстреливать с лука, а потом уже пойду в атаку. Пошел нафиг отсюда. Так, еще выходит. Так, куда вы загоняете его? Давайте, отбивайте. Так, нафиг. Так, защита. Капец, тут месиво, конечно. Так, сейчас я покажу, как тут нужно мечом-то махать. Так, немного назад отбегу сейчас. Нужно тоже, главное, себя в форме держать, потому что если меня сейчас потрепают, то со мной может что-то нехорошее произойти. Так, вот наши бойцы идут. Это, получается, подмога. Так, ну со стороны, конечно, это тоже очень интересно наблюдать, потому что вон лучники. Лучники стреляют, там весь пол, все стены просто усланы в данный момент стрелами. А что если... вражеские лучники могут тоже сейчас появиться. Ладно, надеюсь, то, что они прямо сейчас не появятся. Так, нет, я все-таки самое мясо пока что боюсь, правда, боюсь спускаться, потому что меня могут там, мне кажется, пристрелить, либо еще что-то сделать. Так что я сейчас пока что буду помогать здесь нашим бойцам потихоньку валить вот этих чуваков, которые в белой одежде как-то на наш замок напали. Так, давайте, рыцари, за мной. Так, куда они спрыгивают тут? Так, сейчас я... О, отлично, попал, нормально так
прям... Ох, капец, сколько стрел. Сейчас я все эти стрелы тут пособираю, потому что ограниченное количество стрел на самом деле. Ух, капец, как тут мечи просто, я не знаю. Тут такой свист, вот этот скрежет идет. Ой, капец, капец, капец. Так, наши лучники работают. Так, капец, тут вблизи, конечно, воевать это очень страшно. Все время боишься, как будто бы сейчас, как бы тебе там руку, ногу, голову еще вообще в самом худшем варианте не отпилили бы этим мечом. Так, нашего бойца зажали, нашего лучника. Сейчас я ему помогу. Держись, лучник! Сейчас я тебе. Давай вместе стрелять. Сейчас мы с ним вместе отстрелим их. Давай, 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 стреляй, 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 чтобы они даже подойти не могли. Черт, он меня нормально так задевает на самом деле. Главное, чтобы меня совсем тут в угол не загнали, потому что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бинты, 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 главное тоже использовать. Так, все, бинты использовал. Спокойно, спокойно, отвалите от меня. Че вы за мной-то идете? Так, пошел отсюда. Так, здесь что происходит еще, я не понял. Тут тоже нашего одного зажали, капец. Так, сейчас с арбалета его, короче, в голову. Прям с ближнего расстояния, вот так вот. Пошел отсюда. Так, перезарядка. Кто это? Ай, осла не трогайте, слышь! Осла не трогайте, это... Блин, капец, бедное животное, это чё, оно ничем не виновато? Чё-то наши прям вообще не щадят никого, прям в каждого стреляют. Получай, что ж ты делать-то будешь? Капец, его и так зажали. Хоть бы хны вообще ему никак, вообще пофиг на все так ослик. Где маленький? Так, я не понял, вы чё, осла что ли завалили? Он-то тут при чём? Капец, 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 как ты выглядишь, это только стрёмно. Везде просто стрелы. Так, что тут еще у нас происходит? Так, 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 на конюшне у нас тут бой не идет, самое настоящее. Так, этого тоже напали. Так, щит. Достали щит, удерживаем. Удерживаем, чтобы в нас тоже никто не попал, никто не стрелял. Так, ослик живой, все в порядке. Так, давайте загоняем его, загоняем. Все, их становится все меньше и меньше, просто с каждой минутой. Я думаю, то, что наши силы сегодня преобладают в количестве, хотя, кто его знает, вот здесь вот на самом деле бойцов вражеских очень даже много. Так, все. Этого просто в угол... Ой, ой, блин, я думал то, что я ослика задел. Все, еще минус один. Давайте, средневековье вперед, валите их тут всех. Капец, мне нравится на самом деле, что тут происходит. Главное, чтобы одному просто против всех не остаться. Вот это будет уже на самом деле действительно совершенно не смешно. Все, еще один готов. Еще один готов, сейчас и этого тоже добьем. Так, получай тебя. Все, так, вперед, 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 вперед. Так, наши поджимают. Наши всех поджимают. Так, кто тут еще у нас где-то остался? Вот здесь зеленые мечи, вижу, торчат. Так, давайте. Капец, а чего тут зажались-то все? Капец, что-то какая-то неразбериха происходит, честно говоря. Я даже не вижу перед собой, что у меня сейчас происходит. Своих, чужих я бью. Но я точно вижу то, что меня тоже сейчас задевают, короче. И прям пытаются меня завалить. Так, давай же, получайте вы тут все. Так, что такое? Это, по-моему, вообще бесполезно. Все сюда начинают сбегаться. Потому что, видимо, мы потихоньку начинаем все-таки как-то более-менее одолевать. Давайте, бейте, бейте, бейте их. Так, сейчас я помогу. Вот он, последний, по-моему. А еще два последних. Два последних бойца остались. И, по-моему, на этом уже практически все. Так. Ой, нет. Походу, подмога все-таки пришла. Я же сказал то, что все. Какого фига они тут еще появились? Так, ладно, осада на самом деле не такая уж и легкая получается. Да и никто не ожидал то, что на самом деле сегодня будет сражаться очень даже сложно. Ладно, хотя бы действительно пока что катапульт нет и тому подобное. Это было бы уже совсем какая-то жесть. Так, снова лучника сжимают. Чего вы лучника-то трогаете? У него снаряжения толком нет. Только один лук, даже меча, щита вообще просто ничего нет. А вы его берете, зажимаете. Так, на тебе. Так, щит, щит, щит. Получай, на тебе. Сейчас я тебя щитом отобью. Так, ну-ка, не трогай меня. Пошел отсюда. Сейчас я тебе помогу. Вернее, помогу отсюда улететь нафиг. Так, пошел ты отсюда. Сколько? Есть, все, нормально. О, капец, латы какие тяжелые. Я уже реально устал тут бегать. Капец, просто сил не остается. Так, сейчас мы еще с этим вот так сцепимся. Покажем, кто тут хозяева. Так, с лука тоже пострелять надо. Так, получайте. Так, вон туда, давайте я загонять их буду потихоньку тоже. Так, вон того тоже. Так, стрелы летают, главное, чтобы меня свои тоже не попали. Пошел отсюда. Так, вот так вот, на тебя, получай. Вообще ни на секунду даже подойти не сможет. Боец, давай, добиваем его. Добиваем вот этого, я в него просто миллионы стрел только что всадил, а ему вообще хоть бы хны на самом деле. Вот что называется настоящая стальная броня, либо какая у них там броня, честно говоря, даже боюсь вообще представить. Так, еще забиваем, еще забиваем. Фу, капец, это нелегко. Я думал то, что будет быстрее. Нет, ослик, только не прыгай. Только не прыгай, я тебя умоляю, давай-ка назад. Ну-ка, давай назад туда. Куда ты со стены собрался тут полетать? Не надо так делать. Так делать точно не надо. Так, тут нашего тоже еще зажимают. Так, сейчас готовься. Так, сейчас нужно немного подкрепиться. Так, подкрепиться хорошенечко. Так, перебинтовать свои раны. И можно вот так вот, опа, бросаться в атаку. Просто как настоящий ассасин. Так, получай тебя. Так, что-то всех в конюшню как-то загнали. Ух, капец, у меня уже в глазах просто начинает мелькать. У меня везде эти мечи, тому подобные вещи. Так, чтоб тебя, на тебя, есть, забили. Забили еще одного. Вот они здесь все в конюшню загнаны. Так,
Что-то вообще как будто бы ничего... О, нет, есть, уменьшается их количество на самом деле. Сейчас мы их потихонечку вот так, еще один откис. Еще один готов, и вот этого мы сейчас тоже все вместе забьем. Все, забили. Теперь давайте на лестницу, все за мной, рыцари. Воины, за мной. Вот так тебя откинули, так. Сейчас я в него вот так вот еще с лука постреляю. Отлично, отлетайте давайте отсюда. Разбойники, откуда вы только появились? Чего вы напали на наше маленькое укрепление? Ладно, хотя бы у нас вот на этом... аванпосту, это даже не замок, наверное. Были какие-то силы, и мы сейчас благополучно, по-моему, все-таки отбиваемся от них. Так, вот они еще одни здесь есть. Капец, куда-то на холм уже загнали их, а их туда гнать не надо. У нас там золото лежит, золото, снаряжение, всякое там, трофеи и тому подобное, то, что мы завоевывали так долго. Так, кто ж тебе, что ж такое-то? На тебе так, лошадь! Лошадь не трогай, только гадина! За что животных трогаешь? Так, что тут еще, кто у нас? Ага, вот этого одного зажали, капец. Сейчас я тоже помогу тогда, говорят. Тук-тук-тук, пошел, так, его вывели, все, все, готов. Так, кто у нас еще? Вон там где-то стоят возле стены, тоже их зажали. Но ничего, наши солдаты уже все туда сейчас побежали. Так что они большими силами, мне кажется, сейчас просто легко смогут их уже всех отбить. Так, давайте отбивать, ребят. Я пока что конюшне помогу. Тут тоже, получается, всего лишь один человек остался с зелеными... вооружением. Мы с ним тоже сейчас расправимся. Получай. Получай, на тебе, вот так вот, за наше королевство. За короля, за свободу. Вперед. Завалим эту нечисть, которая напала на наши земли. Пошел вон отсюда. Рыцарь, ты этакий. Так, ну-ка, сейчас я тебе покажу силушку богатырскую. Давайте забиваем их, забиваем. Конечно, наверное, богатыри 7 на одного не лезли, а тут вообще, наверное, 20 человек на одного полезли, но они сами напросились. Мы их не просили нападать как бы на наше королевство, и это они сами уже что-то тут замутили непонятное. Так, все, бедный последний остался, его лучники просто расстреливают, как из пулемета стрелочного какого-то. На тебя, получай тебя, давайте, ребята. Все, капец, вот это бойня была, вот это я понимаю. Капец, тут просто... просто все стены сейчас находятся на самом деле вот в этих стрелах. Я просто даже никогда такого количества стрел... Тут кровь везде. Капец. Да, такого количества стрел я действительно нигде толком-то даже никогда не видел. Капец, стены просто на бетоне. Везде. А, вон там, капец, что происходит вообще? Это какой-то ежик самый настоящий получился. В общем, друзья, сегодня мы оборону в средневековье более-менее сдержали. Большое вам спасибо еще раз за помощь, но я думаю то, что атака варваров это далеко не последняя атака, и скоро наверняка на наши земли снова кто-то начнет нападать. Ох, ладно, сегодня я был в роли такого рыцаря, который помогал своим ребятам, а кто знает, может быть в следующий раз тут будет такая бойня, что просто 1000 на 1000 солдатов и будет огромное-огромное поле сражения. И возможно, даже в той серии я буду уже совсем не один. Ну что ж, всем удачи, хорошего настроения! Это было средневековье. Пока.